Петр Порошенко и штаб Зеленского призвали ужесточить санкции в отношении России из-за указа Путина. Поводом послужил документ, который упрощает получение российского гражданства обладателям паспортов ДНР и ЛНР. Петр Порошенко и команда Владимира Зеленского в ответ призвали международное сообщество ужесточить санкции в отношении Москвы. Детский отдых. Указ Владимир Путин подписал на третий день после второго тура президентских выборов на Украине. Теперь, чтобы подать заявление о предоставлении гражданства, нужно будет лишь предъявить паспорт непризнанной республики. Срок рассмотрения всего 3 месяца. Владимир Зеленский указ Владимира Путина не прокомментировал, но заявление разместили в аккаунте команды Зеленского в Facebook. В нем говорится, что шаги Москвы никого не приближают к решению проблемы, а Украина рассчитывает на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на Россию. Ну а ныне действующий президент Петр Порошенко заявил, что Россия перешла все красные линии. Разом. Незаконная выдача паспортов России по так называемому Южно-Осетинскому и Приднестровскому сценариям – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса. Я призываю международных партнеров пресечь худший из сценариев.